Кто-то даже все травишки здесь наколол. А короеда. А здесь на удочку что-нибудь ловится? Или не ходили? А, форель какая. Форель. Так, сейчас будем сетку проверять. Что-то есть, да? Ну, жадно, видать. Как ее? Просто на берег вытаскивать, потом в пакет? Или сразу в пакет кидать? Рыбу. Рыбу? Ну. Можно сразу в пакет. Давайте. Здесь. А крупная попадается, так это? Нет. Так, да. Можно я посниму? Сетки поутаскиваю. О, сразу две. Такие большие. Поскручиваюсь. Ничего не надо, это нельзя. Как ее, просто выдавить оттуда или как? Ага, так прям протягиваю, она мелкая. Ай, ладно, сейчас съедят быстро. Ну, сидит, блин. Да что ты еще так делаешь? Ничего себе. Ого. Что здесь ты? Чуть не проглотила. Златой не ловит. Ну, не хочешь, чтобы брала. Все, она застряла. Она пролазит. Да не, сейчас пролезет. Те, кто пониже поставил, уже, наверное, ничего не попадает. А? Да? Кто если пониже поставил? Нет, там тоже клюет. Есть, да? Там наоборот они перегораживают мне. А она откуда идет? С моря? С моря, ну.
камень отвалился, блин. Тихо. Вот и все. Эти комары злые, да? Да. Не подумали. Вот видишь, скамеечка раньше здесь. О, отдыхали. Отдыхали, но. Ничего себе. Вот здесь она соединялась, речка. Вот там островочек. А вода большая была и пробила здесь. Она стала здесь. Она текла вон с той стороны и вот здесь вот выходила. Сейчас пробила напрямую. Все меняется, все зарастает. А кунжа она все время такая червивая? Или не всегда? Червивая? О. Нет, не всегда. На Санатинизе, а там она, не знаю, на три-то деревья заходит. Там червивая, но у нас она почище тут. Вон, пусть видишь. Еще не ободрали. Еще рановато их держать, да. Я помню, такие мы это рали, варили в банке, сверху солому траву наложишь, чтобы это смола там. Здесь, наверное, сварили в баночке. Я штуки три закрылись, наверное. И забыли про лишнюю песню. На этом видео рыбу разделывает мой дядя, а на телефон снимает его моя тетя.
спасибо всем, что посмотрели это видео. Всем пока!